Titán. Yes, sir. Horacio. Horacio. Легенда. Испания. Одиска. Одиска, редиска, блядь. Красавица. Легенда на спорте. Повар. Проиграл челлендж, девочки. Вот это мне, блядь, пахнет жареным. Слева или справа? Фанки. Фанки. И наши два ядерных нападающих. Максим Лепс. Yeah, boy, давай, 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 иди сюда, родная. Леди и джентльмены, встречайте. Три! Бля, легендарно, конечно, легендарный состав. Когда выходили с медийными составами, как на самом деле, ну, немногие могут похвастать тем, что вот как мы выходили. Вот, мы в не очень хорошей, ну, ситуации сейчас, нам нужно выигрывать, нам уже не до шуток. Поэтому сегодня мы выходим с сильным составом, уверенным. У нас двое новых нападающих, Крис и Макс. Я очень верю, что сегодня у нас сложится игра. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосал. Все, вы не с нами, да? Я пошел. Дай сосать сегодня гол. А я не знаю, я ничего не знаю, как сыграю, так сыграю. Поэтому надеемся на команду. Самое главное, что мы выиграли, а остальные личные достижения и второй план. Let's go! Yeah. No friends in the industry, my brothers been my brothers, man, you niggas ain't no kidding me, a fact, whoa. I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back, whoa. Ну, ладно, давайте кайфанем, удовольствие получим и друг друга поддержим, и, насладимся этим днем. Пацаны, друг за другом. Парни, уже наигрались в шоу-матче с медийными нападающими, блядь, уже хорош. Сегодня охуенный состав, сильнейший состав, я очень сильно верю. У нас пришла помощь, у нас пришел Крис, Макс. У вас есть на кого работать, у вас есть охуенные высокие нападающие. Пожалуйста, чувствуйте друг друга, сделайте, блядь. Вот покажите сегодня, на что вы способны. Пиздец, мы очень сильно вас верим. Друг за друга, главное, кто выходит, пацаны. Все одно целое. Все, у нас давайте, нету, пацаны, давайте. Больше возможностей. Давайте. Пацаны, что я хочу сказать, да? Они нахуй рвут вот нас, блядь, типа как автобус, нахуй. Они до матча рисуют плакат, нахуй, где Марат еще в мусорку отправляют, блядь. Мы сейчас возьмем нахуй их отсюда, отправим, блядь. Потому что мы должны быть все вместе, блядь. Давай, нахуй! Давай! Пари является титульным партнером нашей команды. Пари – это надежный и легальный партнер. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся по промокоду FKBAS и получай фрибет 1000 рублей. Как тебе наши новые трансферы? Ну, один точно хороший, потому что его привел я. Я про Макса Левского. Крис тоже в порядке. Хорош, давай, давай. А вообще, только что сказали, кто будет пиздеть, тому леща, поэтому... Впереди, но там много свободного места, так и есть. Очень хороший выпад. Адис играет направо. Подача на дальнюю и штанга! Сумасшедший момент Криса. И, кстати говоря, если вратарь не попал по мячу, а попал по лицу, то это пенальти. У нас, во-первых, подкрепление подъехало. Два титана. Вот. Что, была подача обычная, и получается, что вратарь вышел впервые и сыграл в нашего игрока. Вот так. Как нахуй ты пенальти, бля? Его вратарь у него летит, бля. Заебали нахуй. Сиди там, блядь, на варе, бля. Джио мячем. Удар 1-0, Бас выходит вперед. Футбол умеем играть, забивать тоже умеем, а когда не забивали? Да, брат, нападай сюда, брат! Теперь с тобой приходит удача? Со мной приходит удача, я прям как по таймеру приехал, понимаешь, Анечка? Вот раз, ну вот, я пошел забить. Стас, назад, Эли! Арас, назад! Нет!
Берите челлендж, берите челлендж, да, там ничего не было. Во-первых, смотри, Дели бежит вот здесь, параллельно, и Карл вот здесь, понял? Да, блядь, пусть смотрит, что хотят. Ставь мне пусть снова лошадь. Мы смотрим, мы перекрыли все, и все, блядь, просто судье тоже понимать надо, что Кутуз бы, ну, не убежал бы от этого. Если судье понимать надо, да, это неплохо было бы, если бы я понимал. Да, да, цвет. Что, взяли? Ты сегодня лучший просто. Я знаю. А когда не лучший? Че он падает? Ух ты! Я считаю, что это было? Это было очень круто! Я надеюсь, нам еще раз это покажут, как же великолепно сыграл Барбер сейчас! Тем временем подача и... Он же завершает! Ух ты, какой момент! С ума сойти! Сука, грязно играют, блядь! Нехуй смотреть! Руку попадай! Алёшка, берись! Руку попадай! Сейчас ты успокоишься, блядь! Блин, бедные, реально. Никто не страдает с обеих сторон, как эти бедные люди в фиолетовых. Я как второй тур, ты, блядь, хуйню несёшь там. Пошёл нахуй! Я на табло смотрю, что там время проходит. Вы мне мешаете, я из-за вас, я пропускаю фол. Ты все, я не хочу за вас. Я из-за вас ошибаюсь из вашей команды. Да, вы меня отвлекаете, я вам даю желтую. Вы меня не оскорбили, оскорбили бы, я бы вас удалил. А? Чем на боль сегодня? Что надо поиграть? Что мы уже играем с Олегом каждую игру? Хоть игра пошла, молодцы, опыт. Выполняем наказание после челленджа по фифе. Арчи, кому сегодня будем раздавать пиццу? Ну что, ребят, мы проиграли, все заслуженно, наказание надо выполнить. Мы от этого никогда не отказываемся. Слышали, что у ребят будет ситуация, когда чуть-чуть выполнить, чуть-чуть нет. Если мы проиграли, мы все сделаем. Что там, что здесь, все будет выполнено. Сегодня, как мы их называем, теневые исполнители медиалиги, да. Это люди, которые, их почти нет в кадрах, про них никто не знает, но мы с команды БАС сегодня сделаем акцию. Внимание на их работу, спасибо им. Они здесь с утра до вечера, каждую неделю. Поэтому сегодня это пицца. Стаффы, комментаторы, Болбои обязательно. Все сегодня все получат пиццу, 100%. Да. Подписывайтесь. Ну он подготовился, он знает, что заказывает. Он знает, что заказывает. Это моя брата, от души. Все, это вам, мужики. Пицца, оператор. Это туда, пойдем дальше. Комментаторы сегодня наконец сытые будут. Ну хотя бы уберите, вы знаете, у тебя новую. Я уже украл одну. Ребят, также замечаем, ребята, комментаторы, красавцы. Даже из самого скучного матча они делают топ. А когда матч топ, они сами кайфуют от этого процесса. Поэтому вот эта пицца не получается. За всех комментаторов мы отдаем тебе. Спасибо. На весь день. Так, это за Шнякина, это за Минина, Дурасова, Дурасов, Адамян, Паша Чепурин и... И я. Все, главное. Огонь. Что делать? Я теперь тоже пиццу хочу. Титан не поделились с нами пиццей. Ребят, давайте на них накинем. То есть наказание было у них, они даже пиццу не... Главное, последнюю пепперони отдали. Это моя любимая пицца. Но я просто вот шел, смотрел вот эти вот кусочки. Мне так хотелось. Ты хотел пепперони или сырную? Я пепперони хотел, я обожаю пепперони. Короче, Леш, обращение к тебе. Оставь нам пару кусочков. У нас влог без мата, да? Давай. Все. Все, второй тайм. Вот, Таня, выйдешь? Да. Все. Кто устал? Кто кого заменить? Кто устал? Кто не хочет? Без обид. Ну, я не могу, скажите. Не могу бежать в прессинг, не могу хуй. Пацаны, они тоже плывут, пацаны. Все давление на себя возьму я, пацаны. Они не дышат, блядь, бровка не дышит, пацаны. Ни судьи, никто не дышит, пацаны. Дальше, блядь, просто есть момент, пиздани по воротам. Тайм, пацаны, тайм, наш тайм, уверенно просто. Давай, счет не удерживай, парни, играем так же, спокойно. Свой футбол играем. Они сейчас понесут. Парни, забирайте, пацаны, там... На поле друг друга, слышите, на поле друг друга, пацаны, слышите, подсказ друг друга. Нас уже там все списали, мужики, а мы сегодня, блядь, и показываем нахуй. Что мы, блядь, не из теста, блядь, сделали. Удары, раз, удары, бери. Вон так, сюда. Вратарь нулевый, бейте. Вперед, автобус! Вперед, автобус! Вперед, автобус! Рэп! Рэп, блядь! Да хватит, Титан, накидывайте, блядь. Что вы там говорили, что там пиццы маленькие?
Они только и могут что разрывать картонный автобус. Давай, Саня, давай. Пиши их, ну. Сейчас, если счет такой же останется, то буду. На номер 17. Готов, блядь, сладенький мой, хороший. Иди сюда, Фантик. Смотри, видишь, Фантик, когда, блядь, все делаешь то же самое. Ты хочешь, что делать? И зарабатываешь, и не надо бежать вперед. Договорились? Давай, иди без дуй. Давай нахуй, пошел. Разворот направо, там очень много свободного места. Туда уже ускоряется Гендузен в штрафной площади. Идеальный подкат! Да, блядь, вот так, нахуй! Вот так, блядь, Володя, нахуй! Их мяч. Отлично, отлично. Он дотягивается до мяча. Володя так... себя сейчас чуть под эту некомфортную ситуацию меня мне подтянул. Мне под... показывают, что есть еще какие-то повторы. Да вот, вот очевидный повтор. О, заебись, поехали брать для нарезочки. И Володя, ну не неси чушь, Володя, играй в футбол, все хорошо. Давай. Браво, блядь, вот эта машина, нахуй! Вот эта машина, Курский парень, парень! У нас тут эксперты. Скоро откроется новое шоу, где девчонки будут сидеть и обсуждать пацанов из НФЛ. Ну, типа, симпатичный или нет, умеет бить, не умеет вообще. Зафлиртовала бы она с ним или, типа, лучше слиться. Следите, скоро будет интересно. Реально. Одну дали уже. Я обратно, блядь, на свою плаву. Одну дали, ты хочешь еще один подарок? Из хорошего. Блять, кем нам? У вас, блядь, детские подвести не хочешь. У вас детские разбираться, блядь. Вот это у тебя, конечно, кастомная куртка. Реально? Амиго, давай, Амиго! Не забьет кутуз, не забьет! Оператор, аккуратно. Добавим Крис. Великолепно сыграл. Снова разогнал. Как же он чувствует момент. И... Только рука водки на столе. Давай! Челлендж. Бля, на ровном месте нахуй раскатали нас, блядь. Офсайд? Офсайд, Рех? Офсайд, да. Офсайд, блядь. Будут смотреть. Вот там офсайд. Да посмотрим. Какой офсайд? Ты как отсюда увидел офсайд? Я Олег офсайд. Сюда идите, пиздюки, блядь. Что за хуйня, блядь? Володя, что вышел? Эмиль, ты что вышел, блядь? Я тебе что всю неделю наигрываю? Высоко играй, блядь! Хватит обороняться, блядь! Будешь сжижить подающей надежды, блядь! Оставь его нахуй, блядь. Подожди, отойди, все, иди, блядь, иди, играй нахуй. Он заебал, блядь. Уйди, сос, блядь. Уйди, комис. 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 Оставьте его. Удали соса нахуй, вообще, блядь. А можете его удалить, блядь, украсть соса, блядь? Ты чё, блядь, как их брать? Брат, это твой брат. Брат, блядь. Проплаченные, блядь. Махнов говорил. Титан заплатит, блядь. Ну, пиздец. Реально уговаривают там, блядь. Пиздец, блядь. Крис получает по голове там. Дальше скидка, еще борьба за мяч. Это опасно. Удар и гол! Нет! Невероятный сейв! Я ебал, что это, блядь? Дави! Блядь, ну залети этот гол. Чуть-чуть, блядь, ему не хватило. Бля, ну как это? Бондарь там шамбу навозил там. Бля, Бондарь очень хороший. Он и желтую заработал, и атаки создает. Карлу, блядь, чуть-чуть бы дриблинга. Я вообще в шоке, что он бы Карл... в сериал уже играл. Карл оказался на фланге. Он там должен быть. Они... Давай! Давай! Давай!
Нет, белый шел, не надо выходить на поле, пожалуйста. А я не видел его, мужики, я другое говорю, блядь, а что это там нарушал? А я тебе говорю про это, то, что было. Ну мы нарежем тудрот с видео, они вот там, блядь, в центре поля. Все, я все сделал, да. Не увидел я, блядь, не увидел. Не, ну это же ни о чем. Да я играю эмоции, как я не выйду, блядь? Как? Это эмоции! Эмоции, блядь! Это эмоции, блядь! Это файт, камон, мать твою, блядь! Есть вот большой театр, а есть пока бас. Вот такой уровень игры. I love you, Карл! Безобразие. Сейчас даем этот перчик и пойду, короче. Ну, еще бегусь, за одним. Бегусь. Да, сейчас возьму один. Даем этот перчик, пойду еще за одним. Блин, мочка! Да, блин, мочка! Блин, мочка! Сейчас попиздела дошкой, блядь. Ага. Да я ебал. Thank you.